Серебряные и бронзовые медали и грамоты. С такими наградами вернулись юные мариупольские спортсмены с открытого чемпионата Украины по тэквондо. Соревнования проходили в Киеве. В чемпионате принимали участие спортсмены из 14 областей Украины. В общекомандном зачете сборная Мариуполя заняла 5-е место. Я провел 4 поединка. 3 выиграл, 1 проиграл. И занял 2-е место. Я вышел в финал и проиграл бронзовую призеру Европы. Поединок довольно был очень сложный. У Владимира было 31 участник весовой категории, а у Яковлева Даниила было 33 участника. Вот ребята провели по 4 поединка, где достойно показали свою школу и мастерство перед своими претендентами. Ну, некоторые, скажем, такие неувязочки спортивные, что где-то на чем-то нужно было поработать немножко. Вот ребятам где-то немножко можно было бы смелее как-то вот проявить себя в поединках. Ну, тем не менее, скажем, призовые места мы заняли в этом чемпионате, и это хорошо.